подходящего напарника для игры во взводе, у которого есть танки всех ваших любимых уровней, чтобы пользовался или не пользовался голосовым чатом так же, как вы. И главное, чтобы умел играть не хуже вас. Но где его найти? За взводного можно найти всего одной кнопкой. Опа. По статье мне его подобрал. Объект 416, самый беспонтовый танчик. Какой? Объект 416, смотрю, ставлю. Чего, сковородка нормальная там? Ну, не знаю, я вкачал, поиграл на нем. Да, у него офигенная маскировка. Да, низкий силуэт. Но, блин, он не пробить, не танкануть. Он на гулке играется. На чем? На голде. А, у меня нет столько серебра, чтобы на голде играть. Там топовое орудие вроде обещает что-то пробивать, но... Ну, сейчас меня не пробил 416. Хотя у меня был корпус поставлен. Кажется, наша команда кончилась. Смерть арте. Там 416 вазик. Ну вот он вазик, и он меня видит. Зачем? Ок, а он все равно меня убил бы. Посмотри, где он вот здесь. РСП стоял на месте, он меня убил, потому что там видно. Там с тобой вазик выехал. Там медленно. Ну, медленно и медленно, а на позицию выехал. Опять он бессмертный. Вообще, убиться надо. Теперь можно и арту убить, наверное. Хотя не, они сами все шотные. Вот где сковородка, вот интересно. Ну, возможно, узнаешь сейчас. Вот, блин, ждал его, ждал, сука, блять. Ах, сука. Он взял, сука, поехал, когда я поехал. Вот козёл. Ну, в принципе, он шотнет тебя. Ну, я его могу не пробить, у меня, блядь, снаряды хуёв. Блядь, оно рыжим горит, я его не пробью. Он в каток попал, конечно. Ну, вроде когда. Да? Когда? Вроде каток. Ну, блядь. Ну, он не отстрелялся в тебя, он тебя просто не мог видеть. Альфа, сука. Ну, блядь, я все равно не хватило. У него альфа меньше должна быть, теоретически, по крайней мере. Ну, блядь, короче, похуй.
Вовремя борщ решил пострелять. Происходит. Дикая дичь. Они пытаются меня убить, что я им сделал. То есть пытались. Странно очень. И сгорел, прикинь, я его убил. Я просто блайнд такую скинул, он походу на доп пайке был и сгорел. Класс, блядь. Хорошо, хоть елку забрал, то бы, блядь, он надел делов. Да-да-да-да. Урона нет, но хоть победа. Я вас приветствую. Связь есть? Здравствуйте, да. Какие уровни? Ну давай, мы на восьмерках тут гоняем. Я и 6, там прот какой-то. Ну а еще, а кроме... А, блин, это же льготный он, ну ладно. Так. Да, чё ты боишься? Так десяткам будет кидать. Если будет. А, если на ЛТ, ну да, ты прав. И на ПТ тоже, кстати, кидает десяткам обычно. Что? Он охуел, наверное. Счастье тут. Класс. Чё молчите? Чё? Воюем? Воюем. А? Воюем, ага. Я вижу впереди, вижу, вы там все в бою. Сейчас помогу. ПТшки не дрочат вас, нет? Пока нет. А, ну это хорошо. Да хорошо. Только выехал, секунда, и все, у меня прилетело 130-го, и это... фазы. Ужас. Почему у нас такого нету? Карта дерьма. Ё волчарам! Чё, поедем, муж? Ну, ПТ-шки нас там не встретят. Да хрен его знает, вот рискованно. Давай за бугром, хотя бы к бугру подъедем вот сюда вот. Сейчас, если я проеду, то нормально. А тогда нужно право-право ехать. Команда мечты. Справа-справа, да, вот там. Блин, там с центра нас сейчас засветит, ё-моё. Ага, засветили. Пробить-то не пробьют, наверняка. Ну, нормально проехал. Пробьёшь. Сейчас отстоимся немножко. Вон ФВшечка. Да я вижу. А вон внизу, смотри, СТБ. О, прикольно. Дичь. Помойка, блять. А, дичь. Это я дичь. Смотри, у тебя там баклан гнется. Сейчас подождем. Смотри. Там сзади едет, видишь? Су-130, вот сюда, да, вот, товарищ на ПТ. Давай подождем, он сейчас Су-130 заберет. Чарик, прикольно. Он сейчас здесь и на фуловых будет играть. Будет офигенно. И потом уже отвлекать будет вот эту дичь. Нужно подождать немножко. Немножко подождем. Стабилизация бомжа. О, все, можно въехать. Да, уже смысл.
Че, какой план действий? Ну, я на мельницу. Я наверх. Да. Сука, ебать, что происходит? Помойки, блядь. Сука, помойка. Сейчас я извиняюсь, отходил. Реник, подожди дома. Меня. Да сейчас подожди меня, хотя я подъеду туда, мать. Хотя вас там дохера это. Че тут наш могу... левый фланг совсем голый? Да я, блин, а я вернусь тогда. Слушай, там вообще никого нет. Дядь, на этом, на чем, на ЛТ? Юдис, Юдис, вернись назад, да, слушай. Да. А я поддержу тебя. Дядь, вернись. Давай, давай, давай. Там ТС-ка проехала, я на голде, в принципе, должен пробить. Не знаю, не буду обещать. Давай подсветь. У меня обзор... Обзор тоже хороший, но, блин, так. Все, меня убили. О. Там их трое или четверо уже. Ага. Блин, а я... Не пробью, наверное. Обезьяна меня не видит пока. Я сейчас чуть подальше заеду. Хотя бы немножко в бочину. Ты подсвечивать будешь, нет? Меня убили уже. Я только убили уже. Да, я только отъехал. А кто, кто тебя убил? Да я тебе говорю, там их трое или четверо, или как начали платить. Понял. Все, добро. Блин, ну кто же подсветит? Ну у меня обзор-то, ну, почти 445, почти. Блин, вот чмо поехало. Сейчас, да, и все, я засветился. ЛТ-шка, блядь. Ладно, подождем пока. Они все. Братан, вернись обратно, ренегат. Камню подъедь. Они там, не, пацаны сами справят. Не уеду. Там ЛТ светит, не могу уехать. Ай, не попал. Ну как не попал? Ну что за дичь? Вернись обратно, потому что тут очень много народу. Ты заебал, нахуй. Наверху там уже справятся. Окей. Мне ЛТ светит, я не могу уехать. Как вообще? Так ты лево... Сейчас попробую помочь тебе. DC у него пробитие офигенное. Блин. Вот и говорил же тебе, вернись немножко. Арта засветит, а ты постреляешь немножко. Там Сидисюк по-любому поедет. Он сейчас ушлый, типа. Ушлый. Ты бы мне с Сидисюком помог. Там один выстрел нужен был. Все. Так я ему дал и один выстрел. Всего. А, ты дал, да? Ну да. Да, ты чё, и тебя светит. Да ё-моё. А, это этот... Угу. Как он? Селтик, ЛТшки. Почему у них ЛТшки живая, блин? Что, у тебя ещё мод стоит, да? Типа что, арта стреляют? Фига. Нет, себе, это каждый может себе выучить. А, да? Конечно. Фига. Конечно, да. Чё-то я проебал вспышку. Я первый раз так вижу. Давай, едь, Реник. Я не могу, у меня 200 хп, я умру. И чё? Ну, один хер и так засрали. Ну, один хер, ебать. Так у тебя базу захватывает, ты, может, не засветишься даже. Да, да. Чё стоять-то тут пить? Смысла нет. Ну, красавчик. Ага. Так её ж никто не подсветит один.
Да ну вон, Млеха поехал. У него обзор, кстати, хороший. Ага. Успеет, нет. А, тебя подсветили. Сзади КВ-4. Ё-моё. Да, ну ничего. Проиграть захватом базы — это лучше, чем проиграть вообще. Нафига ты на СТ-шке едешь туда, куда едут тяжи? Вот я не могу понять. Можешь объясните мне? Может, дурачок? Где тяжи едут? Тяжи наверх поехали. Ну, ты ж там же. А я посередине. А. Я за горочкой стоял. Извини, я просто не увидел. Прудик. Чуть-чуть бы тебе пораньше приехать обратно. Ну, не успела, они уже там заехали. Я понял. Я просто не... А кто тебя убил-то вообще? Как тебя разобрать? Ты же фуловый был. Так я только двинулся за горки своей, вышел, и мне там трое или четверо как-то насували меня. Эй, иди сюда! А, понятно. Ренегат, смотри, там Лёва конченый. Хорошо. И третий конченый. Хорошо. Конченый, да. Короче, половину конченый. Хорошо, хорошо. Лёву можно шить прям в этот, в лючок. Никак, да вряд ли он поедет. Сведения. Ты не поехал. Прикольно. Нафиг я тебе говорил. Так, а может, они тоже туда не поедут? Хе-хе, то есть думаешь, они тоже дураки? Наверняка. Сука, меня дураком назвал. Вот крайсер, вот это проблема. 103-го подвезли. Ну ладно, подожду. Прием. Центр просрали, блин. Нахуй центр, блядь. Группу центр. Да, Лёва меня перекидает, наверное. Ничего себе, как оно так сквозь танк летит? Это мне интересно. Бать, он даже не сводится, он просто на похуях не выбивает модули, блять. Говорят, честная игра, типа, да? А мы за честную игру. О, ща еду помогать, еду. Давай, помогай, потому что их много очень. Я не пробил еще. Че он меня пробивает? А, на голде, ну понятно. Да, пиздец. Да сука! Я его пробить не могу. Ну, понятно. ББХ не пробьешь никогда. Ну все, да. У него КД повыше. Какого хрена вы уехали-то далеко? Сейчас мы отомстим за тебя. И никто! Стояли, меня ебали три машины, блин. И никто из наших, все стояли и ждали. И либо я их выебу, либо они меня. Вот что за фигня такая? Как только меня убили, все выехали, блядь, такие орлы, блядь, добивать. Это жесть какая-то, ёбнутые, что ли. Ну, хорошо. Давайте на дамаг играть. Только побед не будет. По-любому. Я буду так же играть, как вы. Сзади где-то. Хорошо. У меня танк фанера, мне делать нечего, мне сзади только. Ну да, у тебя-то понятно. Я тоже буду как фанера играть. Попалась она в рот. Получается 600 хп, блин, вперед лезешь. А зачем, непонятно. А вы добиваете. Я вообще опять другого. Да я не про то. Не про тебя.
Ленинград вот у нас самый ушлый. А зачем ты лез? Ты один на один воевал вообще. Ну да. Ну да. Сейчас ты посмотрим, как ты один. Ты же с Крайслером один на один же воевал? Или нет? Да, но я на катке стоял. Ну, блядь. Я не мог его пробить, потому что он закрыт весь был. А, ну да. Поэтому он меня по КД просто разобрал. Я же просил помощи. Ты же не помог. Ну вот и посмотрим. Хорошо, давай. Да, ты, конечно, сказочный, блядь. Ну так иди, шо ты добивай, чё ты стоишь, блядь. Не учи. Да ты шо, а ты меня чё учишь тогда? Шо, умный я сильный? Я тебя не учу, чё, вообще, блядь? Вообще ни разу. А, ну да, ебать, хуйню тогда не неси. Тоже мастер тарана у него выкачан, бля. Сука. Какого? У ЕБ? Да, у ЕБРом. Че, на колесниках мастер тарана выкачивает? Ну, всем перков, как бы. Что еще выкачивать? Ага. Не, он решает, когда у ЛТ не выкачано, ты тараном просто и 700 ебашишь. Ну, как бы. Оно очень решает иногда. ЛТшку светить. Давай. Ага, я сюда еду. Там еще этот Т-103 не светился, он тоже может там шкериться. А он Эвен полетел. Блин, взяли все мои позиции, позабирали, блядь. Алло. Ну, ты сам видишь эти позиции у них. Это жесть, конечно. Уходи с горы, на. Это жесть просто. Как? Они за тобой гонятся. Просто тебе помогать теперь. А, нормально. Сейчас закушать их теперь. Сейчас мы этих футуров. Сейчас
Сейчас Ростик с ноги. Сейчас, фу. Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол! Не, ну Рости хоть не засал нормально. Помойка, блядь, сука. А, ЛТУ тут стоит еще. Сука. Сейчас его пересвечу. Ох, и помойка. Хорош. Вот это поворот, конечно. О, по рентгене я по нему смогу работать. Нормально. Хорош. Хорош, хорош. Хорош. Топится, сука. Сука, топится. Помойка. Ты куда, на центр? Да, да, да. Посмотрим, кто горько зажмёт. Просто живи, может, не надо там куда-то. Не, я сейчас съебусь там, ничего, не шарим. Сейчас главное лунку разъебать. Ага, не поехала. Перепушу, да? И я стреляю. Нормально все. Забери ЛТшку. Не, нормально, нормально. Сейчас еще я подфармлю, они вообще назад уедут. Не, они что-то бессмертные, мне кажется, что вообще. Да нет, не долбоёбы. Даже не понимает, откуда по нему стреляют, блядь, это пиздец. Погнали на это, мази капец.
Но, бля. Может, еще на базу успеешь сюда, на горку. Да, еще забегаешь. Такое. Такое мне сразу надо было съебаться, бля. Помогаем, чем? Да. Блять. Хорош. Четыре секунды еще. А, жалко потушился. Да ну серьезно. Ха, я так и знал, сука. Кайф, ебать. Нет, блядь, вы охуенно играете, но, блядь, надо остановиться, ебать. Спасибо за игру, пацан. Давайте, хорошей вам игры. Удачи. Давай. С вами был Розе, до скорых встреч. Я не буду играть, выкидывайте меня. Че, сам выйти не можешь? Выкидывай меня, нахер. Ты не ешь грибы, блядь! И ты не ешь грибы, нахуй! Ты не ешь грибы, блядь! Ты не ешь грибы! Вы не ешьте грибы, нахуй!